Сегодня 24 августа 2019 года, суббота. Вот мы пришли в Бредень одновременно. А сколько это поймали сетью-то? 20. 20? Да. Ну, значит, разделить на 5. По 4, 8 карасей им. Ну, что интересно, чтобы на глубине не раздеваться, а в глубине ничего не сделаешь, мне пришлось вот с этой дамбы, заранее приготовили веревки бельевые, длиной около 300 метров почти. 300 метров. Я оттуда тянул, и сегодня уже не мельтыхалось нормально. Которую мы сетью поймали, им тоже отложить 5 штук, да? Или 10? Какой? Сетью, которую ловили там, которую поймали. Ну, конечно. Да? Они присутствовали здесь, все одинаково. И вот оказалось, подожди-ка, какая рыба, вот это даже не знаю, возьми в руки ее. Ну, вот эти сети. Посмотри. Вот. И ни гальянов нету, ни карасей оказалось. И никогда мы их не видели, как килька. На руках-то остается серебристая. Ну и вот зацепили, она через решетку, через сетку нашу вылазит. Но только повернули вот на этот отрожек, который мы чистили. Вот. Там, которые вот эти попались, это вон тот берег. Вот, давайте сравним. Вот, который у дамбы. Вот, смотрите. Вот гальян. Вот гальян. А это какая-то как килька смотрится. Вот он маленький-маленький такой. Гальян большой, маленький. Это все маленькие до одной. Говорят, он все пожирает. Что это за рыба, не знаем. Но главное, на отрожке гальяны. Там на том отрожке были гальяны и караси. Здесь по берегу прошли, вот тот берег. Берег, как бы сказать, юго-восточный. Юго-восточный. А вот этот, который, это на севере. На северной тут нормально. Прямо на восток, как бы, шлюз где тоже. И вот здесь сейчас вот прошли мы, ну, протащили по отрожку. Карасик, карасиков 10. Аккуратно, сильно не давите, чтобы не прорвать. Здесь 13 штук было карасей. 13? Ну, значит, раздели 12, сделай. 13. Я уже разделил. Ну-ну. Давай. Все, рыбу разделили. У нас 5 человек. Сергей, братья тут, Никита и Исааки, и Володя. Вот вялить, само то такая рыбешка пойдет. Да как ты ее на нитку будешь? Ну как, в глаз? Так, подожди-ка на, Володя. Пока привязывайте, помогайте привязывать. Держись, поснимай. Вот сюда зайдем, я буду показывать. Наверх. Вот мы вышли на бугор. Вот выйди сюда. Мне надо показать то место, где шлюз. Ну не видать. Вы без нас поворачиваете тут и подойдете. А мы тут ждать будем. Пошли. А сеть-то сложили? Я хочу показать с отрожком вместе, откуда мы шли. Вот там деревня видно, храм. Видать. Здесь вот на высоте на самой. А мы сейчас увидим. Уже отрожек появляется. Трава сырая, сразу ноги намочивает. Старые, которые бульдозеристы оставляли следы, а между ними гребни. Он эти гребни снес, но этой земли не брали. Вот он где. Это обталки, ягоды не знаю. Вот, теперь мы можем показать здесь все, что есть. Вот он, который котлован такой вырыл. Вот такой вот котлован. Потом бульдозер тут ходил. Вон там он шлюз. Поворот идет, который на шлюз. Да, мы со
А, на дамбу спускаться. Ничего не видишь. Вот, смотри. Сюда поделись. Не ходи, там глина такая. Это вот дальше идет шлюз, где мы ловили бреднем все лето. Вот. Шлюз идет. Ну там чуть подальше, и там уже вода будет уходить. Со второго мостика вода по тому рукаву уходит на первый и уходит, чтобы сохранить дамбу. Дамбу покажи всю, как песком засыпали. Мы сейчас вон потуда пройдем. Так, вот эту мелочь, которую поймали, это вон углубление. Посмотри. Че он, зачем сюда едет? Пусть проходит. Да, он прошел, все. Вот сюда вот, смотри. Вот кусты первые где, от них мы от рожек называем, прочистили. Сегодня тут тоже немножко поймали. Вчера мы вдоль этой, сейчас пройдем, тоже там снимешь. А вон место, где ложок, где мы, ну, сети откуда ставятся. Там всегда приходили мы сюда купаться, тогда еще вода была. А когда мы начали здесь запруду делать, тут уже ничего не было, как говорится, по колено грязь. Поэтому вся вот эта вода, это благодаря тому, что мы вложили свои деньги, труд, ну и все остальное. Дородки это очень дорогое удовольствие. Речь идет о шестизначной цифре. Далеко-далеко. Тогда было 250 тысяч за раз. Уже 4 раза приезжал. Так, пойдем-ка сюда. Вот посюда. Вот тут видно, где там ходили они. Это вот солодка, корень солодки. Вот это вот. И вот он здесь когда ходил. Вот какие у него лепесточки. А солодку-то копать трудно. А он ее выгребал. Я выбирал, так он остановил однажды бульдозер. Выскочил, и давай собирать солодку. Мне помогать. Идем сюда. Мы сейчас здесь увидим. Поплотнее подойдем. Вот сюда, Володя, подойди. Вот, с загибом это самый отрожек. Вот отсюда очень хорошо видно, как поворот делает она на шлюз. Весной вода там утекает. Там. Ну никогда там воды столько не было. Никогда. Я здесь почти было лето, с 5 лет. Помню, никогда этого не было. Это вот все кусты, это значит росли они на сухом месте. Засохли. По-другому никак. Вот. Сейчас мы туда зайдем. Еще маленько пройдем. Показать. Но самый главный, нам недосягаемый, он весь в кустах. Он уходит вон туда. Мы сейчас оттуда пойдем посмотрим. Так. Где же нам выйти? Да, вон, проход. Пойдем-ка. Вот посмотри, куда мы песок завезли даже. Даже песок здесь и до конца. Вон туда, покажи на дороге. Двух КАМАЗов не хватило. Это мы, считай, последний раз в бреднем пришли. Больше нас тут не будет. Только в крайнем случае, если только на твой патрон. Покажи, для слива воды мы вот этот парапет из земли прорыли, и вода сюда уходит. А чтобы она не размывала, вот здесь вот под глиной положили толь, рубероид, а ее даже видать, вот она торчит. Покажи, и рыбешка какая-то. Так, пойдем-ка дальше. Я расскажу, как мы здесь. Вот тут горошек, который привозили песок. Горошек зашел. Вот его видно даже. Так, пошли сюда, снимай дальше. Там они горох до этого возили, вот в песочке попал. Какая высота горошки-то. Вот до колена. Полметра почти что. А то и больше. И теперь. А тут было кособоко, ничего этого не было. Что, пропустим их? Пропустить их? А? Пропустить? Да, проезжайте. Проезжаем. Мы сейчас придем. Вот здесь вот зашли. Идете, уходи. Нам надо заснять. Тут недалеко уже. Посмотри, как эти дела сделали. Вот здесь бывает
неровности. И мы на глаз смотрели, выемка. И сюда заложили, вон видно даже толь. Вот она торчит. Вот толь, вот. И чтобы вода стекала по толе, не размывала, потому что здесь свежая земля. А теперь вот мы смотрим главный лог, который запрудили. Вот этот лог после Ноева потопа остался. Он вон где начинается. А от рожки это как вспомогательно. Вот смотрите, какая глубина. И все на глубине, когда входит сюда, на том же самом уровне, где дно этого, это все отрожки, дно одинаково. А начинается вот за этими деревьями. Видите, какой огромный массив земли смыло. А здесь какая... Глянь сюда. Вот откуда. И там, это 200 метров. 200 метров, ужас. Какой, как, куда земля делась? Речь идет о миллиардах тонн. Видно, что здесь оно ровно было. А теперь неровно. И неровно почему? Вот это вот полуостровок зеленый. Это. Весной он был в воде. Так, чуть-чуть маленько видать. Если Господь благословит, мы постараемся, чтобы вода поднялась. И вот вчера у нас здесь большая работа была. От меня никакой помощи не было, только ветки принимал. Вот Владимир Александрович Пащенко. Он рубашку снял, без рукавка, и там в воде, под водой пилил. Вот где-то сваи двухэтажные. И вот до сих пор. И вот сегодня, тот, вон выемка где, оттуда, ну это в общей сложности около 300 метров после с этим. Я на веревке тянул, а там внутри остались эти, от кустов. Я сказал, да зацепятся. А я говорю, они не зацепятся. И отсюда... Чуть не до половины поднимала, видел как? А теперь посмотри, вот что делали. Сейчас ты увидишь где-то. Кидай, кидали. Вот сюда подойди. Мы, он ложил в лодке. Опять от рожи туда это. Слив. Вода стекала. Для воды. Вот. А вот вчера оттуда, который выносили, посмотри, сколько кустов. Эти кусты. Володя пилил. Мне подавал, а я тут уже скидывал их. Вот открывается от рожи, где мы чистили его. Тот открывается, где шлюз идет. Дальше где-то мы купались, крещение тогда всегда там было. Вот этого серебристого нашли мы вот здесь вот, попал. Самый удобный еще урожайный был шлюз. Через него мы прошли. Смотри, сколько, какие стенки возвел. Это... Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Пойдем-ка дальше. Посмотри, сколько их. Так, где-то бросали. А тут еще надо будет вот песок привозить. Вот он заканчивается, песок здесь. Такие, там глубина пару машин. Метров, ну, 6 есть, наверное, да? Какая глубина? И на той стороне должна быть такая глубина, но она заилилась. То есть это был лог. И сколько там лет, 180 назад, сделали плотину. Я только не пойму, почему они не сделали там, он, где одна на другую идет. То ли побоялись того ложка. Это-то почему они так удлинили? Смотри, насколько длиннее. А там-то вон раза в два короче. Вот это мне непонятно. Теперь смотри, какие скидывал ты вчера, пилил. Вот они. Это я их сюда кидал. Угу. Во, подряд. Да. Вон коллега тоже. Нет, легко. А испили их под водой. А поднять-то как? Посмотри, какая крутизна здесь. Просто почти отвесно. Я сегодня на веревке тянул сюда, а по берегу другой. Мы сегодня целое открытие сделали насчет этой серебристой рыбки маленькой. Ну, условно, килькой назвали. И то, что в отрожке, ну, не оказалось той рыбы, которую мы ждали. Но она рядом, там ее нету. Вот еще посмотри. Тоже для стока. Под низ заложили толь. Никто бы этого не стал делать. А сейчас еду, видишь, какая дорога. Мы поставили знаки 5 километров, чтобы не говорили, что тут опасно. И не предупредили. Начинает. Это должны ГАИ, там и ДСП, там это должны зарегистрировать. Мы сделали свое дело. Регистрируйте себе на совести.
ни копейки не вложили. Дороги государство строит. Не в частном порядке. Мы в частном порядке строим. Вон он, посмотри, рубероид выходит. Толь. Поэтому, ну, просто кособочиться, косоротиться, где-то там сидеть дома на теплом туалете. Проще. Это вот мы подняли. Вот теперь такое озеро. Сколько там глубина? 3,5? Ну да. 3,5 метра. А если поднимем еще, будет 4,5. Если Господь позволит. Вот сколько вокруг нарезано вот это все. Землю оттуда брали лет 60, может быть, назад. Вот. Ну, 28 лет Потеряевки, как начали строить. До 20 лет ничего не было. Ну, примерно так. Ну, может, побольше. И с той стороны видно, где. Откуда брали землю. Сейчас знак покажешь. Посмотри, сколько отрожек. Ну вот это вот, отрожек. А между ними тут ни скотина, никто не ходит. И он это снял, выровнял. Там еще один отрожек. 5. Так, милости просим. Тим Александрович, главный режиссер наш. А что не открывается-то? Заблокировались. Все. Во славу Божию. Благодарю.